Новым годом, дорогие товарищи! Да, уже считанные дни остаются до 2017 года, а прошедший год, 16-й, был очень интересен в спортивном отношении. Это и финал Кубка Европы по футболу во Франции, Олимпийские и Паралимпийские игры в Бразилии, прошли республиканские соревнования, международные, европейские чемпионаты, мировые, областные и городские. Очень много было интересного. И нам сегодня есть смысл вспомнить о том, что вот какие-то новшества у нас появились благодаря большим энтузиастам королевы спорта. В начале года мы рассказывали о том, что в городе Николаеве впервые прошел массовый пробег. Он вызвал огромный интерес. И он как бы стал началом спортивного сезона 2016. Ну и вот на финише его будет очень интересное завершение этого сезона. И об этом мы поговорим с вице-президентом Федерации легкой атлетики города Николаева Александром Ильичем Авербухом, одним из организаторов очень интересных. Давайте поговорим, что на финише вы готовите, потому что это суперсобытие, которое пришло почему-то из Киева для нас, а? Да, это действительно так. 18 декабря, в воскресенье, в 12 часов на Соборной площади мы проводим большое мероприятие, завершающее. Такой будет забег для детей, 100 метров, 500 метров, будет фан-забег 1 километр и 5-километровые, 10-километровые забеги. Называется этот забег Свято-Николаевский забег. Это мероприятие, эта идея не наша, это идея Федерации любителей спорта Киевской. Они приехали к нам и предложили ассоциировать город Николаев с, ну, если Одессу мы знаем, мы ассоциируем, да, с Днем Юморины, то Николаев можно ассоциировать с Днем Святого Николая, и поэтому к этому событию они предложили нам вместе провести такое мероприятие, Свято-Николаевский забег, и мы с удовольствием его проводим, и хотели бы, чтобы все, кому нравится легкая атлетика, кому нравится приходить с детьми, кому нравится двигаться, могли прийти со своими детьми и участвовать в забеге. Более того, мы можем сказать, что до 18 лет дети участвуют бесплатно, и будет куча интересной информации, будут подарки, будут различные конкурсы. Мне кажется, что таким вот образом мы приобщаем наших людей к совместному проведению мероприятий, к совместному проведению своей жизни вместе с детьми, получение радости, удовольствия. Так и там не только люди, там будут и собачки участвовать? Нет, в этот раз мы проводим для детей, их родителей, бабушек, дедушек. А, кстати, всех. Почему именно с Киева пришла такая идея? Ведь у нас тоже богатая фантазия, особенно у вас, а? Ну, не у меня лично. Дело в том, что я представляю группу людей, группу единомышленников, которые стараются хоть что-то сделать. И иногда, когда-то мы поняли, что если мы не можем изменить многое в этой стране, то повлиять на людей, которые живут в этой стране, мы все-таки можем. И поэтому проводим некоторые мероприятия. В этом году мы провели первый в Николаеве полумарафон, такой же, как проводят в Париже, такой же, как проводят в Нью-Йорке, в Тель-Авиве, и в Киеве, в Харькове. А сейчас мы провели 23 апреля, провели полумарафон в Николаеве. Кстати, отзывы были потрясающие. Почему-то такой интерес вызван. Чем это связано? Ну, это связано с природой, природой человеческих ощущений. Дело в том, что когда мы рождаемся, посмотрите на ребенка, когда он рождается, он двигается, он бегает. Это природно. И когда мы начинаем бегать, участвуем в каких-то мероприятиях, мы возвращаемся к себе. Мы забываем о том, что нужно зарабатывать деньги, мы забываем о том, что нужно ходить на работу, мы возвращаемся к своим внутренним потребностям, к потребности почувствовать себя человеком и потребности делать что-то большее, нежели просто зарабатывать деньги. Александр Ильич, но ведь надо оторваться от проблем нашего времени, оторвать детей от компьютеров, и сокращенная программа физкультуры в школах влияет. Как сделать, чтобы привлечь, и не только в этот день, тем более, что программа «Королева спорта» в течение года очень обширна, много проходит, да? Конечно. Дело в том, что, в принципе, мы должны получать удовольствие от самого процесса движения. Если ребенок будет получать удовольствие от того, что он бегает, то рано или поздно он подойдет к тому, что жить интересно, что он сможет достигать чего-то не только в спорте, но и в жизни.
мы должны ему показать, что люди, которые приходят на наши мероприятия, это, как правило, успешные люди, довольные собой. Они не излучают какой-то агрессии. Это приятные, здоровые люди, которые могут показать, каким же образом надо жить, что надо радоваться тому, что есть, а не все время винить кого-то за то, что у нас чего-то нет. Поэтому это изменение общей культуры, изменение ощущения себя в жизни как такового дает возможность нашим детям видеть радость, чувствовать себя совершенно по-другому. Ведь мы знаем, что есть люди, которые, если вам хорошо, всегда найдутся те, которые будут вам говорить, что все плохо вокруг, для того, чтобы вы упали в это состояние легкой депрессии. И мы должны показывать, что существуют другие люди, которым интересно жить, которым интересно что-то делать, которые ставят себе невероятные цели, и поэтому жизнь у них совершенно другая. И мы приглашаем всех, кто хочет приобщиться к этим людям, попробовать прийти вместе со своими детьми и участвовать в этих забегах и почувствовать. Вот натура у вас оптимистическая. Но дело в том, что весна – это рассвет был. Да. Оживалась природа, люди старались быть. На старте вышли с таким настроением. Но финиш года, у нас капризная осень, зима, непредсказуемая. Как это произойдет на главной улице нашей? Я думаю, что все будет хорошо, и от любой погоды мы можем получать массу позитивных удовольствий. И независимо от того, будет ли снег, будет ли мороз, может, и будет ли идти дождь. Но я надеюсь, что погода даст нам возможность получить максимальное удовольствие от этого пробега. Мы же получаем удовольствие от чего? От того, что общаемся, от того, что дарим друг другу улыбки, от того, что чувствуем вот эту физическую мышечную радость. А преодоление? Преодоление, борьба никогда не давала особой радости. Достижение чего-то дает удовольствие и радость. А стимул какой сейчас будет? Потому что, я смотрю, там очень большая подготовительная работа была. Да, да. Стимул для тех, кто бежит. Да, да. Но дело в том, что мы, когда это делаем, мы не хотим привлекать людей денежными какими-то призами. Хотя для детей у нас будет очень много подарков. Я благодарю всех спонсоров, которые дали возможность. Один из спонсоров – это Joyland, такая фирма, предоставила 100 бесплатных сертификатов на посещение их детских мероприятий. Еще 100 сертификатов дала с 20% скидкой. Я благодарю Моршинскую фирму, которая предоставила свою воду для того, чтобы люди могли напить. Сандору благодарю. У нас много есть людей, которые хотят изменить что-то в этой жизни. И я думаю, что приобщение вот родителей с детьми, когда папа возьмет ребенка за руку и приведет, и будет держать его за руку, и чем больше он будет участвовать в этих соревнованиях, в других каких-то мероприятиях, тем в дальнейшем ему не нужно будет держать все время ребенка за руку. Он будет удерживать этого ребенка своим сердцем. И вот такое единение между родителями, детьми, бабушками, дедушками, между всеми людьми может изменить что-то в этой жизни и дать смысл существования. Я напомню, что Александр Ильич Авербух является врачом-наркологом и подает личный пример здорового образа жизни. Напомню также, что он является призером чемпионата всемирной встречи Олимпиады ветеранов легкой атлетики. Это было в Мальме, в Швеции, где он был поражен обстановкой, ситуацией и отношением к здоровому образу жизни. Вот что-то меняется у нас в городе? Или вот, говорят, чем хуже, тем лучше, но лучше не будет от того, что у нас худо? Нет, нет, я понимаете, вот мы столкнулись, вот команда, которая работает, да, организовывает, хотел бы отметить и Анатолия Ивановича Бугаева, и Алла Федоровна Капак, Анечка Петрова, и люди из Киева, руководитель проекта Галина Малыгина. Я хотел бы поблагодарить этих людей, но и сказать о том, что местная власть в лице Олега Машкина очень сильно нам помогают. Во всяком случае, тот ответ, который мы от них получили, и та помощь, которая есть, она достаточно значительна. И мне кажется, что с таким подходом мы можем многое изменить в жизни. Дело в том, что
Все мы это делаем для того, чтобы люди почувствовали, что им жить в этом городе все-таки комфортно. Для них что-то делается. Мы не тратим ни одной копейки бюджетных средств. Мы привлекаем спонсоров, меценатов, и за счет этого делаем мероприятия. И мне бы хотелось, чтобы люди не думали, как уехать отсюда, не думали, как уехать из Украины, а чтобы мы создали такую атмосферу, которая бы давала нам возможность жить в этом городе, в этой стране, и была какая-то надежда и вера. Если мы и этого делать не будем, то пропадает весь смысл существования. Ну, я напомню, что Олег Машкин, участник Олимпийских игр, призер чемпионата мира, боксер известный, мастер спорта, заслуженный мастер спорта. В общем-то, хорошо, что он проявляет внимание. Он сейчас является председателем Госспорткомитета, да. И я думаю, что будет помогать и в будущем. Но вот опыт проведения многих турниров, я думаю, вам поможет и в дальнейшем. А вот личный пример, вот вы постоянно в спортивном зале, постоянно бегаете. Бегаю. Вас не смущает то, что у нас в городе не так уж много есть возможностей в парках заниматься не только и пробегать какой-то определенный день, кросс или когда, а вообще постоянно заниматься. Вот что делать для этого? Ну, понимаете, дело в том, что мне кажется, для того, чтобы заниматься собой, не нужно ничего. Мы всегда можем найти тысячу доводов для того, чтобы не заниматься. А где найти желание? Желание это можно найти только в себе. Если мы, понимаете, жизнь так устроена, что мы сейчас многие люди фиксированы на зарабатывание денег. И это можно понять. И мы все понимаем. Но мы же не становимся счастливыми от того, что все время думаем, как заработать. И даже если предположить ситуацию, что если даже мы заработали миллион, то в этот момент мы все равно несчастливы, если вдруг в этот момент кто-то нам скажет, что что-то происходит с нашими близкими людьми. Или скажут, что в этот момент умер какой-то близкий человек. То есть мы не живем ради денег, мы живем ради ощущений, которые дает нам взаимодействие с другими людьми, с близкими, родными. И поэтому всегда можно найти в себе какую-то мотивацию для того, чтобы выйти и побежать, и увидеть других людей, которые не излучают яд и сами его глотают, а которые довольны жизнью и пытаются в этой жизни что-то изменить. Наше тело нужно нам для того, чтобы здоровое, для того, чтобы все-таки мы радовались жизни. Когда оно болит, оно не дает возможности получить полноценное это ощущение качества жизни. Поэтому что-то надо с собой сделать. И не надо винить никого. Надо вставать утром или в обед, или вечером, когда у вас есть время, и пробовать что-то с собой сделать. И я вас уверяю, я как врач вам говорю, что я уверяю, что пройдет 2-3 недели, и вы не сможете без физических нагрузок. Вы будете получать удовольствие от самого процесса. Кто-то должен взять за руку. Да. Но ведь другие смотрят другими глазами. Да, Александр Ильич, вы как спортсмен, как представитель федерации, вот как оцените выступление нашей олимпийской сборной, потому что это был крах. Паралимпийцы показали уникальный пример. Необъяснимо ли то, что у нас творится в стране и происходит в спорте? Ну, это общее состояние. Да. Ну, понятно, что мы попали в такую ситуацию, когда все у нас просело. И это есть объективно. Ну, да. Да, и лично у меня есть ощущение, что мы начинаем подниматься. Лично у меня. Я вижу, что больше людей начало приобщаться к спорту. Я вижу, как многие папы, мамы берут ребенка за руку и выходят на стадионы или в парк и начинают прививать вот это здоровое, как на мой взгляд, здоровое ощущение к жизни. Думаю, что у нас все будет хорошо, просто всегда бывают спады, бывают подъемы. К этому нужно отнестись не как к трагедии, а как к ситуации, которая дала бы возможность нам проанализировать, что мы делаем не так, сделать выводы и пойти дальше. Это не трагедия, это неприятно, но тем не менее, мне кажется, что шансы есть. Необходимо просто вспомнить, что мы народ, который имеет собственное достоинство, и рано или поздно, потихонечку, мы займем то место, которое достойный украинский народ в общих ценностях мира. Но главное, не поздно. Да, согласен. Сейчас открывается хорошая перспектива, вы сказали о парке. Да. Дело в том, что парк культуры и отдыха наконец будет соответствовать своему названию, наш парк Победы, потому что сейчас открывается перспектива у фехтовальщиков. Ведь они оказались в таком прорыве, и если показать
В каких условиях готовились наши олимпийцы, эти заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы, они ужаснулись. Весь мир бы содрогнулся, сказал: ребята, вы в сарае занимались, теперь будет дворец фехтования, да, будет отличный стадион футбольный, и открывается хорошая перспектива сделать здесь настоящий центр культуры физической и культуры для отдыха. У нас очень интересный будет год следующий. Вы как врач-нарколог, мне вот интересен ваш взгляд, вы ведете большую профилактическую работу, лечебную. Вот сейчас считанные дни остаются до Нового года. У нас каждый раз с вами традиция, перед Новым годом встречаемся, и вы делаете особые пожелания тем, кто хочет хорошо встретить Новый год, хорошо помнить, что было в прошлом году, и вспомнить, что вступил в новый. Да. Что посоветуете вы, как специалист? Прежде всего, я хочу посоветовать прийти к нам на мероприятие 18 числа. Так, это первый 12 шаг. Часов, да. Первый шаг. И увидеть, что существуют люди, которые делают себе праздник каждый день. И пригласить их на... Приходите с детьми, приходите с родственниками. Вы получите... Я надеюсь, что вы получите массу удовольствия и вернете вот этот вот детский вкус жизни. Поскольку очень часто ко мне приходят как к врачу, наркологу, люди, имеющие зависимость, и очень часто я слышу от них, как они говорят своим детям: не делай этого, не делай этого, не делай другого, третьего, пятого, десятого. Но когда так говоришь ребенку: не делай этого, надо предложить что-то взамен. Надо ему сказать: вот делай так, или делай как я, или делай еще как-то. Ну вот так... Вот хочу посоветовать, знаете, есть такая хорошая фраза, что не нужно воспитывать детей, они все равно будут похожи на тебя. Нужно воспитывать себя. Поэтому, если у вас есть возможность попробовать начать что-то делать, что изменит вашу жизнь, и вы хотите и готовы к этим изменениям, то надо это начинать делать. И не ждать 1 января, не ждать там... 7 января или 8 января. Надо начинать сегодня и сейчас. Поэтому... Это речь о воспитании. Да. А мы поговорим именно о той части, как вы говорите, зависимость. Некоторые ждут с нетерпением Нового года, чтобы быть независимым, но встретить торжественно и хорошо. Некоторые просто ради традиции. Но дело в том, что вот я работаю с зависимыми людьми, имеющими проблему алкогольной или наркотической зависимости. И если мы говорим об этом, необходимо просто сказать людям, что существует две категории людей. Первая категория людей – это люди, которые могут долго не пить, но чуть выпьют и не могут остановиться. И такое заболевание носит название алкоголизм. Таким людям пить вообще нельзя. Им вообще нельзя. Они обречены, да? Они не обречены, но они, это заболевание, это генетическая предрасположенность к этому есть. И поэтому, вот как диабетикам, людям с повышенным содержанием сахара нельзя есть сладкое – вот так этим людям нельзя пить алкоголь вообще. Но они об этом догадываются. Я хочу предупредить, что если у человека есть такая проблема, он долго не пьет, чуть выпил и не может остановиться, то пить ему нельзя, иначе он это перейдет в запой. Если у вас нет такой проблемы, то не нужно пить ради того, чтобы получить вот это состояние расслабленности, получение удовольствия. Если вы поддерживаете какие-то традиции, шампанское выпить, при том, что у вас нет проблемы алкогольной зависимости, то это можно сделать. Но находитесь, всегда контролируйте процесс. Почувствуйте, если вы чувствуете, что вам голова уже начала немножко вести, то надо остановиться и понимать, что трезвая жизнь, состояние контроля над собой всегда лучше, чем когда вы просто перестаете себя контролировать. Да, ну вы еще преподаете, да? Да, преподаю еще. Вот вы сейчас как на трибуне излагаете нам такие вещи. Хотелось бы сказать вот о роли Федерации легкой атлетики на влияние всех процессов организации турниров, подготовки мастеров, работа с детской спортивной школой, поиски талантов. Ведь в некоторых районах очень талантливые легкоатлеты, но не могут себя найти. А здесь, в общем-то, открываются перспективы даже с училищем нашим. Вот как, на ваш взгляд, влияние федерации? Ну, федерация огромная. Это основная задача федерации – это выявлять талантливых людей, талантливых детей и готовить их к Олимпийским играм. То есть я знаю многих тренеров, которые горят этим желанием и не только уже подготовили мастеров высокого класса, но они и ищут таланты и ведут их к победам. И это основная задача Федерации легкой атлетики, которая не только пропагандирует здоровый образ жизни, но в этой пропаганде
найдутся люди и найдутся дети, которым было бы это интересно. И вот когда мы делаем полумарафоны или красочные забеги, которые на День города были, или вот сейчас проводим вот этот Свято-Николаевский забег, туда же приходят дети от 2 лет. В красочном забеге у нас самый маленький участник был 2-годичный ребенок, который сам бежал. Сначала за ручку с папой, а потом самостоятельно. И может из него вырасти олимпиец. Но в этом надо получать удовольствие. Это не формируется, вот взяли, и ребенок не хочет, а мы его специально заставляем делать. Сам ребенок должен хотеть. Он будет хотеть только лишь тогда, когда почувствует эту атмосферу и почувствует, что это ему нужно. Это не нужно родителям, это ему нужно, это внутренняя его потребность. И тогда, я думаю, вот это самое главное, формирование вот этих внутренних потребностей, это самая главная задача Федерации легкой атлетики. А какой опыт, интересно, используется зарубежен для того, чтобы у нас применять? Или у нас как-то это все идет на стихийно? Ну, я не думаю, что у нас, я не думаю, что у нас это стихийно происходит, потому что каждый из нас, кто организует вот эти мероприятия, так или иначе участвовал в... Были либо на чемпионатах мира, либо на марафонах или полумарафонах, или и в Тель-Авиве, и там в Америке, и в Харькове, и в Киеве. То есть, конечно, мы привлекаем максимум, что можно привлечь. На полумарафоне, который на втором полумарафоне, который будет в Николаеве 23 апреля уже 2017 года, мы учли даже не ошибки, а те недочеты, которые мы сделали, и попробуем сейчас их совершенно по-другому провести. У нас будет и чиповая система, у нас будут результаты приходить сразу же на номер телефона, сразу же будет приходить после финиша. Никто не потеряется, да? Просто никто не потеряется. Мы постараемся сделать это максимально возможное, так же, как это делают, предположим, в любых развитых странах. Это достижимо. Александр Ильич, каждая федерация старается расширить географию влияния своего. Ну вот, проявляет ли наша областная федерация влияние на сельские районы, на разные центры? Ведь могли бы создавать группы здоровья, как-то какие-то встречи такие, для того, чтобы география легкой атлетики, королева, которая все-таки должна быть королевой, не легкая, она тяжелая все-таки, но как влиять на этот процесс? Я согласен с вами. Единственная проблема заключается в финансировании. Мы на уровне энтузиазма мы можем создать и создали в Николаеве беговой клуб для всех желающих, где заслуженный мастер спорта, где заслуженный тренер Украины Алла Ковпак проводит занятия с обычными людьми. Но у нас нет возможности финансировать, пока нет возможности финансировать проведение таких беговых, создание беговых клубов где-то в маленьких селах, в маленьких городах. Ну, если появится такая возможность, конечно, вы правы, в эту сторону надо думать, и в эту сторону надо что-то делать. Пока такой возможности нет, финансовой. Раньше была очень интересная система координации, то есть все спортивные общества под эгидой облспорткомитета занимались разными вопросами и по развитию разных видов спорта. Вот я не знаю, какое идет взаимодействие вашей федерации с другими? Ну, мы открыты и готовы к сотрудничеству со всеми, но... И мы планируем наши мероприятия в соответствии с общим планом. Но я даже не могу вам сказать, если брать федерацию, предположим, бокса или федерацию гимнастики, акробатики и федерацию легкой атлетики, конечно, и в зависимости от этой специфики мы можем только лишь помогать друг другу, но как-то вот так что-то общее делать, пока нет такой возможности. Александр Ильич, вот приближается Новый год, но еще ближе ваша интересная встреча в честь памяти, Святого Николая. Да. Вот поэтому ваши пожелания ко всем, кто любит легкоатлетику, любит здоровый образ жизни, на будущий год и на этот турнир. Я хочу пожелать всем, кто любит не только легкую атлетику, но кто любит себя, кто любит своих детей, кто любит своих близких, больше внимания обращать на те чувства, которые вы можете подарить им.
И мы специально проводим много соревнований, много мероприятий, куда вы можете прийти и провести вместе время, почувствовать, что самое ценное, что у вас есть, это те люди, которые вас окружают. Приходите, мы очень будем рады, и будем рады, если мы вместе с вами попробуем изменить в этой стране жизнь к лучшему. Ну вот, какой замечательный оптимист Александр Ильич Авербух, наш гость постоянный, который принимает участие во многих программах, а самое главное, является организатором многих интереснейших встреч и личным примером показывает, как надо жить счастливо и хорошо. Поэтому спасибо вам. Всем хорошего в Новом году. Спасибо. И вам тоже. С наступающим Новым годом.